Всем привет, привет, зрители! Привет, подписчики, канал Малиху Дволеев. Фетерик Антона. Итак, мы давно с Аней не открывали наборы, давно уже не было таких видео. Я набрал наборы. Последний шанс на Месси. 8 часов осталось до конца. Ла Лиги, потом будет, наверное, следующая Бундеслига, такой, насколько я помню, да? Ты такой тупой. Мне похолоднее. Это все потому, что тренировки. Ну что, погнали, пробуем открывать наборы. Я сегодня уже зубы вылечил. Да, одну вот Саня сегодня вылечил зуб. У меня уже все прошло. Все прошло, уже поел. У меня уже заморозка ушла. Ничего не болит, заморозка прошла. И за компьютером посидели. Саня, это не обязательно всем вообще. Ну что, ребят, поехали открывать наборы, ведь ради этого вы зашли на это видео. Так, ну что, ребят, поехали. У нас 8 наборов. Саня начинает открывать. Сань, выбирай, какой хочешь. А у нас есть еще предмет нераспределения. Здесь, подожди, не нажимай на крестик. Или ты уже нажал? Не нажимай. Здесь игрок из Ла Лиги, общий 81 на выбор. Я не знаю, какой выбор, из чего выбор. Ну, поехали, смотрим. Тихо, тихо. Сколько? Такая шляпа. Итак, у нас, в принципе, все есть. И Бетис, ребят, вот давай вот этого из Бетиса выберем, он самый популярный. Вот справа, нет, справа, самый, который справа, да. Это? Нет, правый самый. Это? Да, Вильям Карвальо, это просто, ну не знаю, кому он не падал, будь здоров, Санек. И будь здоров. Кому он не падал, я считаю, зря играл в фифу. Нет, смотри, надо крестик и вверх. Крестик, вверх, подожди, вверх, теперь крестик. Все. И теперь вот это уже забыл, наверное, да? Давно мы с тобой наборы не открывали. Да, вот мы уже забыли. Ну что, поехали, следующий. Любой выбирай, какой хочешь. Здесь их много, набор смешанных кругов. Саня решил сразу. Два игрока из Ла Лиги, 82+. Ребят, поехали. Нет, Саня сам знает, что сейчас выпадет. Да, мега-мега-мега. Да. Ну хотя обычно. Давай так. Давай так. Нажимай, да, вот этот. Оставляй всех. Отлично. Саня легко справляется. Давай синий попробуем, да? Может быть, в нем что-нибудь выпадет. Ребята, это наборы центральных матчей. Да. Нет, синяя полоска, но это нет. Но это не проходка. Это не проходка, к сожалению. Шанс на Месси маленький. Давай, эти, убирай этих. Ага, этих всех вверх. Вверх, вверх, вверх. Нет, другой кнопкой. О, Саня забыл. Нет, стоп, стоп, стоп. Вот сейчас вот этой вот. Вот эти. Все, потом я их выставлю на трансфер, чтобы сейчас время не терять. Поехали дальше. Да. Наборов мало. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. Давай это. Здесь 12 игроков. Один всего лишь редкий набор. Это вот этот. Ой, не набор, в смысле редкий, один редкий игрок. Вот он. Балотелли, кстати, неплохой игрок в свое время. Сейчас он, конечно, уже похуже стал играть. Да. Это что значит? Давай их забирай, этих всех вверх. Потом посмотрим, может, кого-то можно из дубликата выставить подороже. Да, ребят, шансы на Месси тают. Да вот, подожди, подожди, вот этот самый левый, давай на потом оставим. Или ты сейчас его решил? Я хотел бы на потом самый левый оставить. Ну ладно, не страшно. Опа. Смотри, что нет проходок, Сань, ну это вообще просто подстава, ты от спорт. Позор, блин. Позор. Кто вообще эти наборы придумал? Кто эти придумал наборы, чтобы ничего не падало, да? Так, этих всех оставляй, а этих всех вверх, я потом их выставлю на продажу. Так, поехали дальше. Давай, здесь уже любой, не принципиально. Здесь у нас премиум набор из Ла Лиги, я два собрал из редких игроков. Ну, уже собирать особо-то не из кого. Ой, проходка. Все, есть проходка. Итальянец. Центральный защитник. Из Лацио. Такая шляпа. Мега-мега шляпа. Вообще просто позор. Позор фифы. Так, ну, да, этих всех оставляй, и всех вверх. Да, редкостная, редкостная ерунда на упал. Ну что, ребят, три набора, шансов все меньше и меньше. Опа! Нет, стоп! Это тот, стоп, испанец. Левый защитник.
Он нам уже падал! Вчера мне! Он вчера падал мне на этом... На стриме. А что поторопился? Вчера мне на футбол! Ты еще без меня на два раз. Ну, стриме, на стриме, конечно, открывался. Саня, как же еще? И это дубликат! Стоп! Все правильно сделал, все правильно. Так, подожди, или он... А, подожди, откуда у нас? Я же... Все, почему он дубликатом стал? Ладно, разберемся. Что-то я, видимо, уже запутался. Но нам выпал Тотс, это уже круто. Поймали Тотса к синему игроку. Ты что поторопился-то, нажал его? Даже током посмотреть не успели. Ну, ничего страшного. Или не вчера он падал. Подожди, вчерашнего я продал. А, все правильно. Это Тотс из непродаваемого. Точно. Мне вчера я открывал непродаваемый гарантийный Тотс. По-моему, да, он же непродаваемый. Вот этот не игрок выпал. Все, все правильно. А этих вниз просто, этих вниз. А нет, стоп, 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 стоп. Нет, нет, нет. Нет, давай кучу сделаю. Подожди, вот эти вверх вернем. Его поменять надо. Его надо поменять. Да, ну этого ладно. Сань, ну ты потащил Тотса? Давай. Уже неплохо. Да, это, конечно, не миссия. Последний набор. Шансов все мало. Ну, давай, поехали. Нет. Ну ничего, в любом случае, было неплохо. Подписывайтесь на канал, да, Сань? Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в Майнкрафте!